Добрый день, дорогие подписчики Игромании, с вами Лестер, и мы продолжим все-таки играть в Pledge Inc., потому что всем она понравилась, и все ждут продолжений, и мы, собственно, понятное дело, эту идею решили поддержать, и сейчас мы попытаемся уничтожить мир какой-нибудь другой весьма занятной болезнью. Вот, давайте выберем вот эту штучку. Я, кстати, забыл, как переводится Fingers, типа, как-то... Я не знаю, Прион дальше идет. Я, в общем, ребят, не помню, как он переводится. Не надо, кстати, писать в комментариях, как он переводится, я посмотрю сам, потом... Вот эту залупу попытаемся развить так, чтобы она уничтожила все человечество. Гены у меня, по-моему, никакие не открылись новые. Что ж, давайте попробуем на брутальном уровне рискнем выиграть. Давайте также Венера, пускай стандарт называется. Окей. Заразим, я полагаю, мне реально посоветовали заражать в первую очередь какую-нибудь там африканскую страну, чтобы... Так, хорошо. Чтобы побыстрее как-то развилась болезнь, тем более в Африке страны все бедные, плохие... Условия для жизни, слабые лекарства, хорошего ничего там нету, и якобы быстро народ будет заражаться. Я, в принципе, с этим солидарен, и, как видите, да, уже потихонечку люди начинают заражаться, но сейчас симптомы пока качать, ребят, не будем, потому что уровень стоит брутальный, лекарства просто очень быстро разработают, и моей венерической болезни придет капец. Тем не менее, как видите, в Центральной Африке стабильно развивается наша эпидемия будущей смертельной болезни. Ничего пока страшного не происходит. Никто даже не подозревает о том, что готовится тотальный коллапс на планете. Кстати, тоже многие советовали, вот, по сути, заразить Гренландию тяжелее всего. И многие советовали тоже начинать в первую очередь с Гренландии. Якобы уж как бы вот ее зарази, и там посмотрим, как разовьешься. Вот, и, то есть, как-то я тоже с этим согласен, я думаю, в следующей части мы начнем как раз с Гренландии, выберем, опять же, какую-нибудь болезнь и заразим всех в Гренландии в первую очередь, и потом уже постараемся остальной народ тоже вынести, как-то, не знаю, через порты. Но пока, как вы видите, даже прокачивать ничего не приходится, люди в Центральной Африке стабильно заражаются, видите, уже по человек 10, уже десятки человек в день заражаются, ну как десятки, по 20-15 человек, но я думаю, сейчас скоро счет перейдет на десятки, а может быть и на сотни, все, по несколько десятков в день подцепляют это венерическое заболевание, и 1000 человек заразилось, это, я так полагаю, успех, и на гены можно, знаете, что-нибудь прокачать, сейчас я посмотрю, в какой мы стране, собственно, находимся, ну, в теплой, в жаркой, поэтому надо прокачать хотя бы на единичку способность к теплым странам, чтобы она получше распространялась. Потому что, видите, у меня даже она вообще не заразная, не стойкая к лекарствам и так далее. То есть, вообще вирус, он безвредный. И даже, я не знаю, он не заразный. Почему болезнь так быстро передается? Но это, опять же, обусловливается тем, что в Центральной Африке слабая медицина. Там, конечно, есть волонтеры, которые стараются всем помочь. Но даже они не могут Венеру остановить. И, как видите, сейчас, в принципе... Не кисло так расходится, она 107 миллионов живет в Центральной Африке. И я так полагаю, скоро начнут заражаться соседние страны. И, друзья, опять же, если не получится уничтожить все население на планете, и мы посмотрим, к какому результату придем, то есть там сколько я смогу вообще всего уничтожить на планете, мы с вами подумаем. И напишите, опять же, в комментариях, как вы думаете, что бы с миром случилось в этой ситуации, когда вот, например, такое количество... людей осталось живых, и вот такое количество как бы стран. Такие страны остались. То есть мне очень понравилось то, что вот последние игровые испытания были, да, когда Россию заражали, убивали. Там уничтожился Китай весь, и Казахстан, и так далее. И какой-то чувак реально прям написал целую историю, как он видит развитие дальнейшего мира. То есть прям пишет, типа, так, Китай умер, значит, как бы китайская продукция перестает поступать. То есть там нарушается во всем мире производство. Россия как бы вышла из строя, то там развитие газа и нефти резко замедлилось. И как бы индустрия стала как бы хуже, бензин начал дорожать, там автомобили стали дороже, индустрия невыгодна, люди там начинали постепенно на великах ездить. То есть, в принципе, интересную историю накатал. И вот вы тоже кто-нибудь потом напишите что-нибудь подобное, то есть как вы видите развитие, очень интересно почитать, я думаю, всем будет очень интересно почитать, а как видите, пока Центральная Африка, прям эпидемия-то расходится. Никису, слушайте, скоро всех захватим, проботим, пока новости тоже тихо, они даже не подозревают, что что-то их тут ждет, даже лекарства даже не начинают еще разрабатывать, и в мыслях нету, окей, почти 10 миллионов заразили. Я так полагаю, сейчас уже через месяц где-то, вот смотрите, ровно сейчас месяц начался, через месяц сейчас уже
вся Центральная Африка будет охвачена эпидемией, ну, по крайней мере, большая часть. Нет, вся не успеет, но процентов 40 сейчас точно уже будет. Ну да, как раз 34% прогноз фактически верный, но немножко не точно. Но тем не менее, видите, и здесь тоже люди начинают заражаться в Анголе. И главное, пока у нас у болезни нет никаких симптомов, потому что ничего мы не качали, сама она, я так понимаю, не мутирует, и спокойно дальше можем сейчас развиваться, заражая другие близлежащие страны. Давайте посмотрим, что это за страна. В принципе, богатая страна, поэтому давайте прокачаем сопротивляемость к лекарствам. А, кстати, нет, у нас вирус-то мутирует, появились какие-то симптомы. Глазик начал болеть, чесаться. Хорошо. Бессонница у людей начинает появляться. Ну, я не против. Значит, если бессонница появляется, они сильнее устают, то есть не спят, не отдыхают, и медленнее потом лекарства будут разрабатывать. Я доволен. Хорошо, давайте теперь прокачаем распространение по воздуху, по воде, еще и животных, чтобы в Африке уж как бы людям менее сладко жилось, еще сильнее. Так, неплохо. Центральная Африка почти вся уже поражена. Здесь люди постепенно начинают заражаться. По чуть-чуть. 7 человек, 8. Все, стабильно начинают тикать. И сейчас нужно как-то думать, чтобы транспортировка работала получше. Потому что до Гренландии надо добраться в первую очередь. Давайте посмотрим, что еще можно прокачать. Симптомы пока ничего не делают. Хотя, знаете, какой-то симптом можно прокачать, чтобы... Вот, легкие прокачаем. Подождите, у меня... Не могу... А, все, все нормально. Так, прокачали легкие. Чтобы, знаете, люди дышали, кашляли, перхались там. И как раз все вот эти пары, споры вылетали наружу, и все заражались. Так, неплохо, как видите, уже. И Африка другая начинает, западная, заражаться. И Либия. Вот такая вот фигня происходит. Смотрите, Африка постепенно охватывается. Это болезнь суда, не один человек. Я не знаю, как его... Как его угораздило заразиться, но тем не менее. Но, обратите внимание, бушует вирус в Центральной Африке. То есть, как бы, эпидемия оттуда. Потом, знаете, будут в учебниках истории писать, типа, этот вирус явился из Центральной Африки. Там корень всего зла. И, знаете, на карте Центральной Африки так просто выжжено землей, такое показано. То есть, там ничего нету. Ничего не растет и солью посыпано. Слушайте, мне дали, вот сейчас, наверное, на записи не видно, но мне в Стиме ачивку дали, олимпийское достижение, как раз, типа, Олимпиада в Лондоне проходит, и мне как бы дали олимпийскую ачивочку, я доволен. А тут кто-то... Неплохо. United Kingdom заразился, если не ошибаюсь. Все, друзья, постепенно наша болезнь крепчает. 107 миллионов мирно, это фактически благодаря Центральной Африке. Хорошо. Смотрите, где-то походу начинает эпидемия развиваться, потому что число зараженных прибавляется не кисло. Значит, где-то в какой-то стране что-то бурлить начинает. Неплохо. Да, все-все-все во всех странах. Там уже ураганы, 5000 человек сдохло где-то. Это очень неплохо для этой игры. Так, неплохо. Давайте сейчас еще что-нибудь прокачаем. Только надо подумать, что симптомы... Ух ты, легкие еще прокачались. То есть, как бы, людям херово и херово. Херово и херово. Нет, летальность пока прокачивать не будем. Давайте трансмиссию, чтобы... Как-то, я не знаю, ну... На самолетах зараженных там, я не знаю, летали на кораблях. Вот, чтобы потом за 17 очков прокачаем. Вообще, как бы, чтобы и через воду, и на третий уровень. Видите, как полетели число зараженных? Не зря это делал. То есть, чтобы и... Через самолеты летали зараженные люди, и через корабли плавали. Так, хорошо, походу мне тут... Друзья, когда они начали лекарства разрабатывать? Я что-то не понял. К 2020 году собираются сварганить. Это не дело. В какой нахрен лекарств? Ну, это на брутальном уровне, потому что сразу строгое внимание. Но видите, пока разрабатывают лекарства неспешно так. То есть, типа, ну, надо отъебись, как бы. Нет. Не надо ебись разрабатывать. 2017 год, уже лекарства начинают. Друзья, надо срочно кого-то убивать. Я тут качаю трансмиссию, видите ли. А тут надо быстрее людей убивать. То... Ой, что такое? Надо... Потому что они лекарства начинают разрабатывать. Давайте-ка. Это не делаешь. Нет никаких лекарств вам, суки.
Все, люди начинают умирать. 7% лекарства разработали. Вы охренели. Нет, друзья, я так полагаю, не получится как-то сейчас так раскачаться в этой игре, разжиться. Потому что, полагаю, следующую часть начнем не с брутального уровня, а с уровня полегче. Потому что тут, как видите, я не знаю, я даже толком не заметил, как лекарства начали стряпать. По крайней мере, хоть Африку всю за собой утащу. Давайте-ка еще тут. Может, желудочек отказывал у них. И прокачаем. Блин, надо еще качать стойкость к лекарствам. Все, надо прокачивать, чтобы они откатывались. Видите, чуть-чуть откатилось. Сейчас надо все силы кидать на то, чтобы действительно прокачивать стойкость к лекарствам. Чтобы, смотрите, они границу закрыли. Суки. Так, 20%. Неплохо, 70 миллионов с собой мы забрали жизни, но не получится уже явно все население уничтожить, это однозначно. Типа, видите, вся Африка фактически охвачена, 25%. Так, давайте, стойкость к лекарствам немножко не хватает. Блин, надо и холодные страны прокачать, чтобы заражались, там, я не знаю, Россия, Гренландия и так далее. И, блин, на все очки ДНК нужны. А их нет, границы закрывают. Нет, друзья, ну смотрите, просто как не... Вся Южная Африка... полной жопе. Как-то вот не получается. То есть не получилось у нас, друзья, с вами захватить. Но сейчас хоть Африку за собой утащим. На дно. Да, зараженное число... Число погибших увеличивается, чем число зараженных. Смотрите, почти миллиард погиб. И лекарства не успевают разрабатывать. Окей, нужно, я не знаю, что-нибудь прокачать. Да и очков-то нет ни на что. А вот только давайте распространение спор. Это тоже очень важная вещь. Надо было ее тоже, наверное, попрокачивать. Вон, все, пошли зараженные. Так, друзья, я забыл про эти споры, даже признаю. Давай-ка. Типа, чтобы споры распространялись. Давайте еще одно. 2 очка ДНК на семерочку и... Все, отлично, друзья, еще прокачиваем. Сейчас за счет спор будем всех мудохать, так... Давай-ка, или... Давай вот это прокачаем, второй уровень аж. Ну, в Африке, смотрите, все погибают, да подыхались. Нормально, хоть шорох наведу перед тем, как меня убьют. В России вообще все закрыто. Но смотрите, тем не менее, несмотря на то, что все границы закрыты, мой вирус находит распространение, получается у него распространяется благодаря вот этим спорам. Давай-ка. На 78% все прокачано. Исследован лекарство уже на 82%. Быстро-быстро очень развивается. Ну, смотрите, сейчас еще в Ираке немножечко человек погибает. Давайте еще можно споры прокачать. Я не знаю, нет, пока нельзя. Давайте симптомы, чтобы, я не знаю, с кровью что-нибудь связано. Нет, это больно, не кис. Лучше... Давайте желудочек, чтобы отказывать начал. Вот это неплохо. Так, обратите внимание, все, Центральная Африка, все вымерли фактически здесь. Ничего, мир, я так полагаю, обосрался, потому что, видите, в Бразилии погибло. Колумбия, Аргентине, клоака пришла. Это что у нас? Подождите. Все, все исследовано, все зараженные сейчас спасены. В Карибских... Карибы, ну, хоть... Ну, хоть так. Ладно, друзья, в принципе, давайте оценим обстановку в мире. На этот раз получилось забрать 20% населения с собою. Полностью вымерли Бразилия, Африка, Центральная Африка, Восточная, Западная Африка, Марокко и Аргентина. То есть, ну-ка посмотрим, как на Украине дела. Где она? А, ну, в принципе, никак, все нормально. Всех вылечили. Что ж, друзья, вот так вот получилось, но брутально. Я так полагаю, надо уровень немножко снизить, потому что уж больно дерзко так, и у меня еще опыта не хватает в этой игре, чтобы так уж прям вот раскладывать, сразу всех начать. Поэтому вот такие дела. Неплохо. Напишите опять же в комментариях, как вы видите дальнейшее развитие ситуации, когда полностью, я не знаю, Южная Америка и Африка погибли. Что, как будет развиваться дальше территории государств, как они будут существовать, жить. Я не знаю. Напишите, мне интересно будет почитать в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, с вами был Эстер. Подписывайтесь на канал Игромании, увидимся в следующий раз.